Ребята, добрый вечер. Наши Добрый перцы вечер. уже готовы. Уже Так, готовы, у да. нас сегодня спагетти. У нас сегодня да. такой вот перец. Это мне от детей досталось, потому что они перцы. У нас сегодня не мешайте. Салатик. Да, милаша, не мешайте. Да, вот сейчас покажу я еще, сколько у нас перца осталось. Покажи. О, ты слышишь, нам еще хватит перца. Я после 9 часов обязательно это сделаю. Хотя Люда меня всегда ругает, что я ем. Ну, конечно, они у меня в этот раз плотненькие получились, потому что я риса много добавила. Плотненькие, да? Ну да, давай попробуем. Да, дополнительный свет включу. Подожди, подожди, ну куда ж ты? Знаешь, покажу. О, а ну пробуй. Вкусная, очень. Ну, плотненькие, ну плотненькие. Так что делается элементарно просто. Да. Там, бери. Спагетти. С подливой. В общем, все с подливой люблю. Вкусно? И салатик. И салатик, блин. Надоедаем. Вот там не хватает вот салате, может, правда, этого. Или грибов. Или оливки. Нет. Оливки. Солененькой. Да. Блин, можно реально было соленых огурцов добавить. Солененького чего-то, да. чего-то не хватает. А у меня же есть соленые огурцы. Ну, я это вообще не додумалась. Так что вот так вот. Такой Все, у нас ужин. Кушать, да, меня еще сними, как я ем. На, так, ребята, всем добрый вечер. А, всем, кто... мне надо вставать. Всем, кто... Садись, чего? Не, ну не это. Всем, кто ест, приятного аппетита, что не ест, присаживайтесь с нами, покушайте. Ага, все сели. Я пробую... Все уже сели. Я пробую Людин перец. Так. Что там тут сухой? Саш, а что ты так отдалился от этого? Смотрите, как он сидит. Смотрите. На километр от стола. Почему? А как надо сесть? Вот так вот? К столу? Ну да. Запустил. Ну чё? Ну что я вам скажу? Перец хороший. Очень вкусный. Какой? Очень вкусный. Ага. Доедает уже. Да. Все съел. А салат? Не, салат я уже не хочу. Как это не хочешь? Да еда, я сказала. Да, ну ты посмотри. Кушай, ты сидишь. У меня еще немножечко осталось. Садись. Мы не можем выставить камеру никак, чтобы вместе снять. Такая дурастика. Надо нам покупать эту. Как? Штатив. Штатив. Штатив для... Пока не находим. Люда тоже. Ты один себе перед сложила? А я да два. Сколько? Запросто съел два. Можешь еще. Хочешь? Не, не буду. Милана, вкусняшку хочет. Сейчас принесу. Ну, очень вкусный перец получился, да? Вот самое мое любимое блюдо. Вот перцы, голубцы. Прям люблю. Ну, я голубцы тоже очень сильно люблю. Так что, ребята, вот такой у нас сегодня был ужин. Время 6:30. Сегодня мы выйдем в прямой эфир с вами. Обязательно. И... Потому что вчера не выходили. Кому не понравилось было, да? видео наше, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Вас ждут новые вайны, новые не вайны. Да. Мы и... снимаем, для вас снимаем. Так что... О, ест как. Без остановки. Выключай, давай.